29 ноября в Ташкенте состоится вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В связи с этим 28 ноября с официальным визитом в столицу прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Программа рабочего визита началась со встречи лидеров двух государств. Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и обсудили перспективы их расширения. С глубоким удовлетворением отмечена динамика развития узбекско-туркменского многопланового сотрудничества, которое достигло уровня стратегического партнерства. В ходе переговоров особое внимание уделено вопросам практического взаимодействия, в том числе наращивания взаимной торговли, реализации совместных проектов кооперации в области машиностроения, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других приоритетных отраслях. Лидеры двух стран также обменялись мнениями по международной и региональной повестке. Президенты Узбекистана и Туркменистана выразили единое мнение, что проведение консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте послужит укреплению отношений дружбы, добрососедства и партнерства в регионе. Сразу после переговоров Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с экспозицией книг, научных трудов лидера Туркменистана. Ряд из них был переведен и издан на узбекском языке накануне визита. Глава нашего государства подарил президенту Туркменистана первые экземпляры изданных в стране трудов Гурбангулы Бердымухамедова.